Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Hunting Ground. Давайте пойдем по пути мокрого цвета, потому что я совсем не хочу слушать советов у Лоренцо. Чего? А он уже так сидит. Че я туплю? Сейчас особенно надо подбадривать его, потому что он как никогда нам нужен. Угу, отлично. Так, а сейчас мы все там же находимся. Только цвет изменился немного, он стал как-то более темнее. Более темным был как. Надо беспокоиться не о порядке, который связывает цвета красный, синий, желтый, зеленый вместе. Красный, синий, желтый, зеленый. Совсем непонятно, что да как. А, вот, то есть, когда мы заходим в дверь определенного цвета, цвет комнаты меняется. Красный, синий, зеленый, желтый. Цвета, как личные воспоминания, приходят лишь однажды. Красный, синий, опа-на, что это такое? Вяленая говядина. Хьюи, пора кормиться. О, супер, все. Пес с нами теперь снова дружит, как никогда. Я, конечно, осознаю, что, скорее всего, я неправильно пошел. В конце все цвета должны сформировать черный. Это неизбежная судьба человечества. Красный опять. You, да пошел ты. Черный. Ну ладно, давайте попробуем пойти в черный. Я не знаю, конечно, даст ли это что-нибудь или нет. Так, похоже, он тут, да? Ладно, пойдем сюда в таком случае. Блин, он везде теперь? Давайте в черный попробуем. Не знаю, даст это что-то или нет. Ой. Юи! Ничего не дало вообще. Безрезультатно. Да что ж ты будешь делать-то? Все-таки надо идти по цветам красный, синий, зеленый, желтый. Ну ладно, так и сделаем. Офигеть. О, желтый. I found you. Блин, я уже запутался окончательно. Синий. Ой, Хьюи. Хьюи. Давайте попробуем в синий пойти.
Что ты будешь делать-то, а? It's over. Ой-ой-ой, что творит? Безумный, безумная локация. Зря я пошел в черную комнату тогда. Пипец. Давайте теперь... Ух ты! Чуи! Чуи! Бежим! Желтый! I've had it. Это бесконечно не может продолжаться. It's over. Ох ты! Кастует заклинание! Ой, не, уфи-фи-фи! Фиона, осторожно. I've had it. Так, опять пойдем по красному. Быстрее. Так. Беги-беги-беги, Фиона. Нам красный нужен, срочно. О, блин, дурдом. Давайте в синий пойдем. Теперь зеленый нужен. Не то. It's over. Да, вот зеленый. Остановимся, мальца. Пока он идет. И валим. Да. Не особенно-то получилось. Желтый цвет нам нужен, ребята. Желтый цвет. Это черный. Красный! Ты... Давайте в черную дверь пойдем. Я думаю, она как бы промежуточное звено и ни на что не влияет. Следующая комната должна быть желтой. Сейчас желтый цвет нужен. Нет, не синий. Да. Красный. Опять. Да вы издеваетесь. Быстрее. Блин, пнул нас напоследок. Блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Нет, черный, черный, в общем, это вообще не то, что нам нужно. Ну, Фиона, Фиона, быстрее, быстрее, быстрее.
It's over. Быстрее. Что, друзья, давайте мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте как и мне, ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.